Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы сегодня с тобой продолжаем прохождение Dead Island. Да, продолжаем, нас туда тыпыхнуло. Огненная вода, да, вся фигня. А мы с тобой продолжаем, конечно. Что у нас тут? Берем здесь, залутываем, что есть, потому что это все пригодится для крафта. Берем тачку, везем ее в мастерскую, ребят. Ну вот, у нас второстепенки, получается, закончились. Мы, по ходу дела, все второстепенки как бы выполнили, которые здесь есть. Мы много чего, да, с тобой повыполняли разных заданий. Пора бухать. Шампанское для Светланы. Вот. Мы с тобой много чего выполнили. Так что... Ох, какая она немножко неповоротливая. И поехали. Так, а нам куда ехать-то? Я туда думал или куда? Да, в первую получается. Немножко пошибаем себе опыта. Какие-то женщины тут кричат, мужчины кричат. Так, нам сюда вот вниз надо. Эк. А здесь какое-то вот место есть, интересно. А что это за место такое? Несите какое-то интересное место. А насколько оно интересное? Интересно. Вам, ребята, интересно, насколько это место интересное? Я там кого-то слышу. А раз я там кого-то слышу... Как тебе это, сука? Если я там кого-то слышу, ребят, значит, там кто-то есть. А если там кто-то есть, значит, там что-то есть интересное. Правильно? Нож ныряльщика. Так. Да, мы 400 баксов нашел. Неплохо, ребят. Там этот плевальщик, я слышу. А что, друг друга ели? Нормально у вас здесь? Диета такая. Сначала ты его ешь, потом он тебя. И сюда. Ты где? Слушай, неплохо. Бьет хорошо. Фомка. Требуется уровень. Ну, я думаю, не будем брать. Или возьмем, наверное, знаете, потом продадим на продажу. Ну-ка. Тут в темноте получше видно. Получше, ребят, видно эту. То, что нам нужно. Что тут есть? Так, хорошего? А что я сюда зашел-то? Чисто вот ради чего? Чисто ради ничего? Вот здесь кто-то есть еще. Хорош. По головам хорошо им бить. Так, большая батарея, консервы. И все? Персональная ID. То есть ради персонального ID. Понятно. Ну такое себе, ребят. Такое себе. Ради ачивки, короче, мы это все сделали. Что ж, где нежить? Мастерской, хорошо? Хорошо. Уничтожил.
Так, сзади бегут. О. Слышь, вижу по карте, ребят. Не связывайся со мной. Все. Выйти из машины. Все, ребят, уничтожили нежить. Контрольная точка. Контрольная точка. Мужчина, вы что хотели? Вы зачем такие агрессивные? Так, так, так. Все спокойно надо делать, не торопясь. Здрасте. Внутрь, быстрее! Сын. Так, а блин, я хотел полутать, думаю, дай-ка побегу, пока полутаю вокруг этой. Ладно. Оу, сукин сын. Что у вас здесь? 15 пистолетных патронов. Блин. А я под пистолет... Ну я... Ладно, вытяну. Возьми. Так, молот можешь забрать, мы продадим. Что за черт? Батарейку заберем. Что у вас здесь еще есть? Требуется вскрытие замков. Я не уверен, что при вскрытии замка там что-то будет интересное, ребят. Прям что-то топовое. Потому что все топовое нам, по-моему, дают за задание, либо где-то с каких-то боссов. Они Давай. Ничего не могут с этим поделать. Они просто на голову больны. Угу. Я к ним как к людям, и меня укусили. Завтра я стану одним из них. Осталось, может, часов 6, может, меньше. Но я еще успеваю сделать что-нибудь, верно? Ну да. Что же это может быть? Крепость на колесах? Самодельный танк? А могу навесить немного брони куда угодно. Хотите, я попытаюсь? Давай, да. Ну ладно, хрен ли. Вот это я понимаю. Не дайте этим ублюдкам мне помешать, и я прокачаю вашу тачку. Ох, и круто будет. Угу. Выживать сильнейше, выйти из мастерской. Понял. Понял, принял. Так, ну пойдемте. Повыживаем. Так, здесь, если что, есть эти. А что, если я залезу сюда? Хм. Типа шум, да, шумит. Они бегут куда, на мастерскую или на меня именно? Они именно на меня бегут. Блин, вот кинуть бы им что-нибудь туда. У меня есть кое-что? Кое-что у меня есть, что я могу кинуть. Так, еще бегут. Ладно, давайте спустимся. Так, а то сейчас такое-то. Да. А то сейчас так полгода, ребят, будем стоять. Что? Все никак не сдохнешь. Хорош. Утецкий, давайте. Да блин, ты чё? Чёрт. Тренировки это всё. Да, тренировки это всё. Хорош. Я комбо-атаки какие-то провожу. Тихо. Тихо. А чё, у меня левел-ап, что ли? А, да, смотрите, у меня левел-ап. Давайте прокачаем. Да. Теперь вы можете использовать мощный молот, чтобы прикончить сбитого... врага с ног. Ух ты. А почему? Да, хочу. Чтобы растоптать врага, прицельтесь точно в голову лежащего на земле противника и нажмите У. Чтобы провести следующую атаку сразу вслед за точной атакой, нажмите ЛКМ снова сразу после прохождения первого удара.
А, вот, теперь, теперь мы топтать можем. Воу. Охренеть. Что ты какая злая-то, женщина? Так, все. Магнит. Так, вытяночку пока, да, не закончим, мы закончили. Так, это отрегенится у меня. Пойдемте здесь гульнем немножечко, посмотрим, что здесь есть. Может, что-то интересненькое. Ну, навряд ли прям что-то интересное, да, но может... Может, какой-то сундучок лежит. Ну, здесь вот есть сундук, да, этот, ну, третий уровень нужен. Короче, здесь ни хрена, ребят, нет. По ресурсам здесь пусто. Зато вот там вот соседний... Там верстак есть. Слушай, действительно попроще стало. Надоедает уже. Мы их теперь можем это получше кромсать, ребят. Так, 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 так. Банойский вестник, ребят. Мой любимый. Мой любимый банойский вестник. Так. Пойдемте назад. Ух ты, неплохо защиту ты ему сделал. Хорош, хорош, нормально. Нормально защита. Так, а, так, нам с кем? С ним, да, давайте. Готово. Сойдет. Да, и так сойдет, да. Ну ничего, так, да, в принципе, защита-то. Он и так, кстати, бронированный ведь. Это же инкассаторская машина, она и так бронированная. А здесь как бы дополнительно просто. Вот шипы, кстати, я бы не ставил, на самом деле. Моя дочь не останется здесь. Что? Скоро я потеряю рассудок. Не хочу причинить ей вреда. Мы отведем ее к спасателю. Он не сможет защитить ее, так как вы. Возьмите ее с собой. Прости, друг, но нет. Эй! Вам вот это же ведь нужно? Тогда давайте меняться. Папа, что ты говоришь? Я никуда не пойду. Дорогая, милая, послушай меня. Ты должна. Здесь тебя уже ничто не держит. Я не брошу тебя. Посмотри на меня. Посмотри. Я люблю тебя. И хочу, чтобы ты запомнила меня таким. Обещайте мне, что позаботитесь о ней. Она пойдет с нами. Папа, нет! Папа! Держись, дочка. И не теряй надежду. Живи дальше. Я люблю тебя. Да, отца у нее укусили. И теперь такая вот жопа. Я бы не ставил, на самом деле, как я уже говорил, ребят, на эту шипы на машину. Почему? К шипам будет прилипать. Теперь вы готовы. Давай-ка откроем. Берегите себя. Зря не рискуйте. Если погибнете, с вами умрет последняя надежда на спасение. Ага. А что надо сделать-то? Выживайте сильнейший. А что нам надо? Нам надо сесть в тачку. Вот, то есть к шипам наоборот будут они все прикрепляться. То есть попадаться и прикрепляться. Наоборот, надо, надо что-то делать. А что? А, с этой бабёнкой поговорить. Мама... Всегда хотела сюда вернуться, но у нее так и не получилось. После ее смерти мы поселились здесь. Остров помогал ему забыть обо всем, и он вложил в него сердце и душу. И мое сердце тоже здесь. Так что, если мы должны кому-то помочь, давайте приступим к делу. Так, отправляйтесь за пределы курорта, чтобы добыть провизию, лекарства и оружие. Окей. Да. Все, пойдем. Курорта. Предлагаю сначала заглянуть в церковь. Наверняка уцелевшие собираются там.
Я бы пошла именно туда. А, нам, кстати, это все. Мы едем с тобой в новую локацию. Вам нужно больше места для ваших приметов. Говорите с Джин. В смысле? Подождите, поговорите с Джин. А... Там просто совет такой был, если вам нужно больше места. Короче, мы едем в новую локацию, получается, да. Ладно, потом поговорим с Джин. Что-то, если вам нужно больше места, поговорите с Джин. Для ваших предметов. Причем здесь Джин? Не знаю. В общем, нам предлагают куда? Нам предлагают, да, выехать с локации нахрен, ребят. Хотя вот здесь вот тоже можно отправиться на арену, быстрый переход. Да, здесь мы все сделали с тобой, здесь мы побегали, здесь мы пооткрывали. Мы, в принципе, все задания с тобой здесь выполнили. Заданий у нас здесь побочек, по-моему, нету. Второстепенки это на другие локации, ребят, остались. Не видно ни хрена теперь за этих решеток. Старая пристань. Вот, короче, колючки всякие я бы на машине не стал вешать, потому что, наоборот, зомби будут за них цепляться. Зомби, наоборот, будут за них цепляться и... У нас же машина-то бронированная, по сути. Я уже говорил про это. У нас же бронированная, так что... Нам нужно просто что-то, что будет отталкивать. А вот здесь вот в этом нет ничего, никаких мест интересных. В туннеле. Каких-то комнат потаенных. В общем, короче говоря, нам надо что-то, что будет отталкивать. Именно зомби, а не чтобы они цеплялись на нас. Блин, вообще не вижу засвет какие-то, ребят, жесткие. Жесткий засвет не вижу. Мы выезжаем, ребят, на новую локацию. Здесь всего, по-моему, три локации. Это вот, вот это первая. В общем, вот это первая. Потом вторая, это где город. Вторая город. И третья, по-моему, джунгли. То есть игра состоит из трех локаций. Сейчас с Джин надо не забыть поговорить. Что-то говорит. Там был написан совет, типа, хотите расширить. Тихо-тихо. Хотите расширить, поговорите с Джин. Блин, я вообще не вижу, у меня что-то белым-бело все, ребят. Я, наверное, потому что, знаете, что еще яркость поднял, ребят. У меня яркость такая стоит побольше. Акт 2. Яркость побольше я поставил. И... Наверное, может, из-за этого еще. Да, мы приехали в город. В городе, кстати говоря, на тачке не особо есть где поездить. А в джунглях, по-моему, там вообще нет есть. Нет, в джунглях там более-менее, по-моему, еще есть. А вот здесь, по-моему, особо негде поездить. Это психопат непонятный. Кто это такой? Трындец, что тут за опасное это? Эй, сюда! Сюда! На помощь! О, боже! Эти несчастные. Мы не можем просто так оставить их. А, склад, Джин. А, я Джин, хранилище, 150 предметов. Я ей могу что-то отдавать. А зачем мне в нее что-то складировать? Для чего, кстати? Так, ну что, пойдемте. Проверка. Проверку она прошла. А что, у меня левелап, что ли? А, да, у меня левелап, ребят. Так, ну что, давайте, я думаю, что прокачать. Так, урон от двуручного оружия. Это хорошо. Урон от модифицированного оружия. Это тоже замечательно, ребят. Но, наверное, все-таки надо прочность тупого оружия, ребят, прокачать. Да, все-таки это надо, ребят. Надо. Еще два очка прокачаем на тупое оружие. Так, тарана надо... Тараном надо аккуратнее работать. Тут прихожане. По-моему, его со спины надо хреначить. Это не точная информация. Это же таран. Ну,
Да, его, по-моему, надо со спины таранить. Да, у него, видите, спина открыта. Да заткните эти колокола! Сейчас сюда сбегутся демоны со всего города! Мы сделали это! Эй, там! Открывайте ворота! Здесь гости! Поговорите с матерью Еленой. Может, вы сумеете заставить замолчать колокола? Сейчас, подождите, с матерью Еленой. Мы вообще где, получается? Вот здесь, да, то есть получается мы тут с севера, да, вот здесь вот. И вот здесь вот такой вот город, ребят, тут вот задание какое-то. Возьмите у Сергея, в ресторане Николая спутниковый телефон. Надо вот это, кстати, сделать, задание будет. Охренеть здесь город, смотрите, какой. Все плотная застройка, ребят. Может быть, на машинах, конечно, здесь можно поездить, но мне кажется, такое себе здесь на машине ездить. Обязательно сходим к, у Сергея возьмем. Так, алло, выключайте нахрен. Включайте нахрен этот. Что у вас здесь есть? Консервы, вода есть, вы обеспеченные. Я вас заберу, вам это не надо. Заключи сделку с Родриги. Какую сделку? Пойдем сначала с матерью поговорим, потом все об этом. Спасатель сказал, что ты идешь. Один из наших, одержимый демоном, заперся на колокольне. Угу. Пожалуйста, помогите нам остановить этот звон. Они взывают к ученикам дьявола. Без проблем. Так, к ученикам дьявола. Заставить умолкнуть колокола. Священное молчание. Вдруг тут есть что полезное. Пойдемте. Ну-ка, по руке. По одному урону, потому что, знаете почему? Потому что нет выносливости. Мод токсин, кстати. Ключ от колокольни. Чуки здоровые здесь мужики. Мод токсин. А, колокола-то здесь электрические. Такие. Я-то думал, они такие, ну, стандартные. Я думал, сейчас на колокольню полезем. Спасибо. Пожалуйста. Вы спасли нас. Эти демоны чуть было не пробрались в церковь. А Фрэнк, его душа досталась зверю. Палец калечище. Вам нужны припасы, еда, лекарства. Мне жаль, но город уже разграблен. Вряд ли вы что-то найдете, если не будете знать, где искать. Я помогу вам. Но только если вы пообещаете мне помочь. Ибо вы здесь по воле Божьей. Вчера у нас кончилась вода. Две храбрые души отправились сегодня утром на насосную станцию. Они не вернулись. А на насосной станции, по-моему, там преступники с огнестрелом. Вы можете узнать, что с ними случилось? Да. Или, по крайней мере, вернуть нам воду. Без проблем. Так, что случилось на насосной станции? А где она, получается? Ой, как далековато, да? Как раз можно будет пройти, ребят, через Сергея, вот через этого. Возьмите у Сергея там телефон и потом сюда. Да. Я вообще смогу тут поездить-то на машине-то? По-моему, не особо, да? Так, починить... Мачете 300. Что-то у меня деньги вообще не копятся, ребят, заметили? Так, и модернизировать я там что-то могу. Это создать. Токсин. Мясо самоубийц надо 2. Да, токсин, но мясо самоубийц надо. Лимонный сок у нас есть. Олеандр. Блин, слушайте, интересно. Но я бы хотел мод тяжесть сделать. А, кстати, у меня есть. Я где-то, блин, на штанге нашел, когда? Мод тяжесть есть. Только у меня ставить не на что, ребят. Фомка. Ну, такое себе. Ну, у нее урон такой себе. Давайте что-нибудь найдем, потом мод тяжесть сделаем. Потом. Не сейчас, ребят. Потому что оружие надо найти помощнее.
потом сделаем. И мне кажется, что вы сможете сделать это за меня. Так, подождите, я могу сделать это за тебя. Так, магазин, игрок. Можно попросить тебя об одолжении? Так. Пожалуйста, выслушайте меня. Так, бабенка моя. Так, это все. Ну, давайте здесь два задания, давайте. Когда началось это безумие, мне удалось эвакуироваться сюда. Но моя жена и дочь не смогли этого сделать. Мне говорили, что видели их там, полуживыми, полумертвыми. Одному Богу известно, кто или что они сейчас. Но моей семьей они больше не являются. Пожалуйста, это непросто, но я хочу, чтобы вы упокоили их. Остановили их страдания. Они заслужили покой. Они это... Вы это сделаете? Давай, избавить от мучений жену и дочь. Да, давайте. А? Спасибо. Вот их фотографии. Пожалуйста, сделайте это быстро. Угу. Вы... Так, это где? Это, кстати говоря, рядом тут, да? Отправиться в заброшенный дом. Да, можно будет зайти после Сергея туда зайти. Это сделали? На нас вчера вечером напали зараженные. Угу. Мне удалось сбежать, но я не знаю, что произошло с моей семьей. Если они выжили, они наверняка не знают, что и со мной все в порядке. Ты можешь сообщить им, что я жив? Да, это ведь самое главное сейчас. Я сделал несколько плакатов. Если сможешь развесить их по городу, возможно, кто-нибудь на них натолкнется. Ну, давай. Да. Развесь мои плакаты по всему городу, и тогда они, может быть, смогут меня найти. Да, может, не смогут. Удалось развесить плакаты? Ты мне только задание дал, чувак. Ты мне только дал задание, ты уже с меня что-то требуешь. Так, развесить пока постера, да? Ну, потом сделаем. А что это вот это, что заключить сделку? Что это? А, это торгаш, блин, заключить сделку, господи. Шипастый латунный кастет, тяжелый молот, ребят, вот. Вот такой вот можно молот, самодельный секач. Вот, урон, видите, у них уже по 200. Но я думаю, мы найдем здесь неплохое оружие. Вот, тяжелый молот, да, вот на него уже можем модификацию поставить. Варварский серп. Мачете, тонфа. Хрупкая тонфа. Да, вот это уже можно будет тогда. Давайте продадим. Палец калечащий 200. Я думаю, палка с гвоздями 157 уже надо, наверное, продавать это все. 165. Уже надо больше 200, короче, оружия таскать. Да, вот эту бейсбольную биту с гвоздями можно уже, наверное, продать. Да, ну ладно, пока пускай будет. Пускай пока будет. Урон 5000, бомба из дезодоранта. Дезодоранта. 5000 урон, прикиньте, у нее. У бомбы из дезодоранта я где-то нашел. Бомбу из дезодоранта. Вы уже это сделали? Чего уже? Я только... Я никуда еще не уходил. Экипировать. Давайте вот сюда вот. Поставим бомбу из дезодоранта. Вот вы уже... Прошу, не дайте им и дальше так страдать. Да. Постараюсь. Так. Че у нас, ребят? Ну... Давайте попробуем по заданию, до Сергея дойти, второстепенный. Да. Отслеживать. До Сергея. Тереза, что с тобой? Нужен спирт. Дезинфицировать раны и порезы. Столько раненых. Принесите Терезе 5 бутылок виски. Давайте. Почему нет? У нас, по-моему, есть виски. Скорее. Или инфекция нету? Сейчас куда опаснее, чем сама рана. Угу. Ну, я ей принес. Отлично, спасибо. Если найдете еще спирт, сразу тащите нам. Ага, хорошо. А опыт?
1500. Хорошо, дали опыт 1500. Так, у нее, я понимаю, спирт для Терезы это... Ну давай задание обновлюсь. Так долго все это происходит. Так, Терспенку мы сразу выполнили, 1500 опыта получили. Сейчас исследуем здесь, ребят, что здесь? Поговори с матерью Еленой, она тут за главного. Обязательно. С матерью Еленой я поговорю. Так, фрукты, с этим ничего не говорится. Ну и ладно. Поговори с матерью Еленой. Да. Она тут за главного, да. Я понял. Так, а что это говно? Так, мы что с тобой? Здесь в основном бегать, да, будем? То есть нам по краешку сейчас выйти, направо, по краешку и дом. Сергея. А почему у меня контент изменился? Алло. Утонувшая надежда. Я вообще-то... вот это вообще-то отслеживаю. У меня почему-то задание само изменилось. Или здесь особо на тачке-то не поездишь? По городу-то. Видимо, а мы можем вообще в тачку сесть? А мы не можем в тачку сесть. Типа город это да, мы не можем. Город, видимо, это такой, да, пеший регион у нас. А что-то в тачках здесь есть? О, здесь, насколько я знаю, жопа, ребят. Так, ну, насколько я знаю, в том плане то, что здесь все-таки город. А если город, ребят, значит жопа. Пошел в жопу. В общем, бегать будет много. Да, господи. Доволен. Ну вы чё, твари? Блин, я устаю. И очень сильно. Да. Выносит они не очень хорошо. Так, ну это можешь забрать на продажу, ребят. Вообще не вижу смысла здесь особо куда-то отклоняться, влево-вправо, ребят. Идти чисто по заданиям, потому что зомбаков здесь много, они все респавнятся. Передвижение у нас будет, опять же, как я понимаю, только пешее. Блин, они мне хорошо хп сносят. Так, а здесь есть верстачок. Гори в аду, тварь. Падла. Так, а можно починить, можно сделать. А туда что-то можно забраться, нет? Да, туда что-то можно забраться. А зачем? До Сергея, кстати говоря, мы практически дошли. Мишка. Плюшевый мишка. Так, а здесь что, магазин есть? Ни хрена себе, здесь оказывается магазин есть. Да, Сергей буквально вот за этой, за Терренс Барнс какой-то здесь есть. Это что, кирпич? Не знаю. Какие-то кирпичи, ребят. Типа скидывать на зомбаков кирпичи. Там вот зараженный этот. А, этот снизу, да, вон торгаш вижу. А что я сюда залез-то? Ради чего? Не знаю зачем. Не знаю, может кирпичи кому-то нужны? Или я типа отсюда могу зомбаков кирпичами убивать?
Видимо, так, наверное, не знаю, может, кирпичи кому-то нужны. То есть, ну, нахрена это все, да? Здорово. Здорово, серп. Тяжелый молот, калечащий. Угу. Ну, это все надо будет, да, я думаю, мы это все, ребята, да. Бо, немощная. Продаем. Палец калечащий. Вообще, на самом деле, можно было бы ее тоже продать. Не знаю, короче. Все очень, ребят, странно. Очень интересно одновременно. Так, у нас что? У нас вот здесь вот слева, вот там вот, есть мужик какой-то, которому нужна помощь. Так, здесь подгорельцы. Если нас кто-то слышит, мы захватили полицейский участок. Зона здесь больше, что-то это нету, что-то там какой-то, это говор какой-то. Охренеть тут. Полицейский участок они захватили. А здесь что? Ага, а здесь, наверное, есть полицейский участок, да? Здесь, наверное, да. А сюда не пройдешь, ты в курсе. Ты в курсе, здесь закрыт для тебя. Подождите. Это я куда долблюсь? Я туда долблюсь. А вот сюда как пройти? Это с другой стороны. Это, наверное, вот полицейский участок, да? Я правильно понимаю? Да, это, наверное, тюрьма. Типа они, наверное, ее захватили. А к Терренсу-то как мне пройти? Бегут сюда, ребят, все. А, вот он. Ты, я не дотяну. Можешь сделать кое-что для меня? Ага. Отдать это моей семье. Хорошо. Я не позаботился о завещании и написал его здесь. Моя последняя воля. Ты мне свидетель. Без проблем. Терренс за членом его семьи, хорошо. Конечно. Храни тебя, Господь, друг. Если они еще живы, они в церкви. Я сдерживал этих тварей, чтобы они успели уйти. Хорошо. Так, ну это мы потом сделаем, подождите. Это мы сделаем потом. Так, Терренса мы нашли. Мы дойдем сегодня до этой-то или нет? Должны дойти канализационный люк, нет, нельзя. Кстати, мне кажется, в такой ситуации, на самом деле, ребят, лучше всего передвигаться именно по канализации, да, как думаете? По канализации, по-моему, лучше всех в данный момент передвигаться. Да пошла ты нахрен. Ага. Да, по канализации, ну, в таких зомби-апокалипсисах. Так. Персональный ID. Я бы жизнь свою отдал за любого из этих говнюков. Да? Так. А что, у тебя ничего здесь нету? Странно. Если хочешь, чтобы тебя обслужили, то и думать забудь. Угу. Мы, друзья, собрали манатки и уехали. И бросили меня тут помирать. Они где-то спрятались. Я как-то слышал, как они об этом говорили. Вроде где-то в джунглях. А меня кинули тут, совсем одного. Когда вы доберетесь до джунглей, идите в укрытие русских. Господи. То есть все, да, получается? То есть, ну, контрольная точка. Ну, давайте, я думаю, на этом закончим. Я думал, сейчас задание будет какое-то там, вот, передать семье Терренса. Ладно, давайте, я думаю, на этом закончим. Увидимся с вами уже в следующей серии. В следующей серии мы пойдем... завещание передадим. Дочь и жену надо избавить от мучений. Там
да. Вот там вот избавить надо будет. Дойдем, избавим, наверное. А потом, ребят, наверное, пойдем на насосную станцию. В общем, потихонечку будем передвигаться туда. Вот, оружие нам надо, конечно, все менять. Потому что сейчас оружие есть, меня что-то немножко не устраивает, ребят. Оно как-то бьет хреновенько. Вот, увидимся с тобой уже в следующей серии. Там продолжим. У нас, наверное, после того, как сейчас выйдет, наверное, стопэхнет обратно в церковь. Придется, наверное, бежать. Ладно, увидимся с тобой уже в следующей серии. Всем до встречи, всем пока.